Всем мое почтение, друзья. И вот сегодня, 20 июля 2022 года, появилась вот такая информация, что певец Монатик возвратился в Украину и дал концерт в киевском метро. И также многие другие артисты дают свои концерты в киевском метро. И это якобы считается какой-то там, ну, такой волонтерской деятельностью и тому подобное. И вот смотрите, две станции метро Трещатик и Майдан Незалежності фактически закрыты для граждан. Граждане не могут пользоваться этими станциями. При этом там проводятся концерты. И концерты проводятся не для простых людей. Вот мы с вами даже не знаем, как туда попасть, допустим. При этом весь город, все жители, которые не побоялись, остались и работают на благо города Киева, на благо государства Украины, мучаются, не могут с ветки на ветку в метро пересесть, не могут выйти в центре города и тому подобное. При этом там концерты и праздники. Как-то все это какой-то фантасмагория и безумием каким-то пахивает. А вот вы что думаете по этому поводу? Напишите в комментариях.